2020 год. Начало пандемии коронавируса. Все силы брошены на здравоохранение. Несмотря на это, система образования Одинцовского округа продолжила развиваться. Капитальный ремонт провели в школах Ершова, Нового Городка и Звенигорода. Завершилась реконструкция здания на Молодежной улице в Одинцово, где в последние годы находились управление образования, единая дежурно-диспетчерская служба и централизованная бухгалтерия. Мы переселили всех чиновников и вернули школу детям. Сейчас там учатся уже 300 детей, а с 1 сентября она примет 750 учеников. Вторая смена в 12-й школе будет ликвидирована. В Новом Городке начал работу полноценный детский сад, которого здесь никогда не было. Построить новый объект было нельзя из-за близости аэродрома Кубинка. Приняли решение реконструировать здание бывшего клуба «Искатель». Новый детский сад на 160 мест мы открыли в Лесном Городке. И тоже пошли по пути реконструкции старого здания, где раньше располагалась начальная школа, бывшая начальная школа. Посмотрите на экран. А теперь это действительно уютный, красивый детский сад с универсальным залом для занятий спорта и музыкой, с медицинским блоком и даже собственной прачечной. По поручению главы округа до 1 июля этого года новое дошкольное учреждение на 110 мест откроется в Марфино. Сейчас в разгаре ремонт, идет закупка мебели и техники. К концу года распахнет свои двери для малышей детский сад на Можайском шоссе в Одинцово. Проект детского сада в Гусарской Балладе на 400 мест уже получил заключение, положительное заключение Мособлэкспертизы и выдано разрешение на строительство. Уже в июле подрядчик выйдет на площадку, детский сад примет своих воспитанников в 2022 году. Не только детский сад появится в Гусарской Балладе. В июле в микрорайоне начнется строительство школы на 2200 мест. Разрешение на строительство уже получено. Открытие образовательного учреждения запланировано на сентябрь 2023 года. Буквально месяц назад по поручению губернатора в госпрограмму было включено строительство долгожданной школы на 1100 мест в микрорайоне Восточный города Звенигород. Начнутся работы в следующем году, а завершиться они в Звенигороде должны будут в 2024. Планов много. Строительство школы в Горках Вторых, детских садов в Кубинке, Трехгорке и Новоивановском, пристроек к Немчиновскому лицею и к 14-й гимназии в Одинцово. Все эти объекты будут завершены не позднее 2023 года. Евгения Августина, Денис Харламов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».